Всем привет! Сегодня я вам хочу раскрыть тайну уздечек. У всех, скажем так, свое мнение на этот счет. Очень многие люди говорят о том, что лошадь железо причиняет боль. Как вы знаете, быстрое воспитание жеребящего возраста, и в принципе, если бы не было больно, то, наверное, бы он делал бы вот так. Теперь посмотрим, как уздечка берет моя лошадь. Как вы видите, это невероятная боль для моей лошади. Просто невероятная. Главное, в принципе, аккуратно стать и не ударить железом по зубам. Тогда, наверное, это будет не очень приятно. Если ваша лошадь не берет уздечку, когда вы ее просите взять, просто угощайте. И, в принципе, впоследствии она будет выбирать сама. Если это доставляет неудобства, лошадь никогда не будет этого делать.